В этот день в актовом зале школы номер 10 собрались ученики 5 классов, чтобы поговорить о правах человека. Казалось бы, пятиклассники еще очень далеки от таких глобальных вопросов, но ребят тема явно заинтересовала. Я считаю, что надо начинать уже в этом возрасте, да. И в том числе детям, если более-менее как бы о своих правах дети что-то знают, да, и как бы это им интересно, то об обязанности предпочитает забывать. Вот я всегда на таких занятиях делаю акцент именно на том, что человек еще обязан, да, выполнять. Поэтому я думаю, что полезно начинать уже с такого возраста. Школьники посмотрели учебный ролик о Конституции Российской Федерации, которой 12 декабря этого года исполнится 25 лет. А затем началась беседа. Дети познакомились с основными международными и национальными нормативно-правовыми актами, которые регламентируют права человека. Узнали, какие бывают права и обязанности, в том числе у несовершеннолетних. Мы должны выпустить в общество детей, не только вооруженные школьными знаниями, но и пониманием о законах жизни, о правилах, принятых в обществе, социализировать наших детей. Поговорили и о том, куда можно обращаться за защитой своих прав, если они были нарушены или ущемлены. Ребята слушали очень внимательно и задавали свои вопросы. На мероприятии присутствовали и ученики постарше. И если пятиклассники только начинают знакомиться с этой обширной темой, то многие подростки неплохо знают свои права и уже читали Конституцию Российской Федерации. Я с Конституцией Российской Федерации знаком. Поверхностно знаком, и сегодня я для себя получил много нового. Я считаю, что такого рода мероприятия, они обязательно должны быть в каждом учебном учреждении проводиться. Мы обязаны знать свои права и обязанности, так как это один из главных признаков гражданина РФ. Такие тематические занятия с учениками с 5 по 11 класс в школах Ленинского района стараются проводить ежемесячно. Ведь свои права и обязанности должен знать каждый гражданин России, вне зависимости от того, сколько ему лет. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.